Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвел итоги сезона, в котором его команда проиграла в первом раунде «Йокериту» со счетом от 1-4, а также выразил мнение, что нападающий «Джокеров» Эли Толванин скоро станет звездой НХЛ. Для команды сезон сложился положительно. «Мы ставили перед собой определенные задачи, одну из них мы выполнили, а вторая часть немного смазалась в концовке. В целом однозначно это шаг вперед для клуба «Сочи». За чемпионат поставлю команде четверку с минусом. Все ребята молодцы, каждый по мере возможности вносил свой вклад. Можно ли было обыгрывать «Йокерит»? Можно обыграть любую команду, все зависит от обстоятельств. «Йокерит» – хорошая, мастеровитая, быстрая и мобильная команда, которая в селекционном плане подобрана правильно, под стиль тренерского штаба. Мы немного уступали им, где-то в скорости, не только в командной, но и в быстроте принятия решений, да, в отдельном матче мы сумели их сдержать. Последние пару игр были неплохими, имели шанс продолжить серию. В целом, «Йокерит» был посильнее, наверное, мистер Толванин в скором времени будет звездой НХЛ, он в таком возрасте, может пока еще не суперзвезда, но выделяется на фоне остальных, это бесспорно, цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.